конкурс. Дети читают стихи. Щурякова Елизавета, 11 лет, город Сургут. Что такое День Победы? Андрей Усачев. Андрей Усачев. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это утренний салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.